В числе примеров успешного российско-аргентинского промышленного взаимодействия, промышленной кооперации, хотел бы выделить участие российской компании «Трансмаш Холдинг» в модернизации железных дорог Аргентины. Недавно эта наша компания выиграла крупный тендер на поставку электропоездов. При этом степень локализации их производства на аргентинском рынке составит до 25%. Кроме того, российские компании готовы подключиться и к реализации других проектов в сфере железнодорожной инфраструктуры, поставок подвижного состава и техники. Мы говорили о том, что президент Путин коснулся этого очень досконально. Это, конечно, сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры, поездов, участие в энергетическом секторе, сотрудничество производства газа, новые технологии в сфере энергетической, такие как солнечная энергия, энергия ветра.